Вот, друзья, я почти приехал, можно так сказать. Все, вариатор расцепился, можно заглушить. Такой свежий воздух здесь. А вид-то, ребят, красивый, да? Смотрите, вот если вот так вот. Я уже проехал 30-ку, пацаны. Здесь вот девчонки ходят. И, пацаны, смотрите-ка, погодка. Погодка. Тучки идут. Сегодня передавали град. Вообще так тихо, блин, вообще прям. Ну, пацаны, вот по сравнению с мотиком на скутере ехать, вот другой вообще прям совсем, абсолютно прям совсем другое в корне. Вот в корне прям другое. Совсем другое. И я бы даже, ребят, сказал, мало того, то, что мне кажется, я получаю больше удовольствия от поездки на скутере вот сейчас в данный момент, чем на мотоцикле. Даже на Урале. Потому что, во-первых, тихо, вот. Во-вторых, мало бензин жрет, вообще практически не хавает. Ну, хавает, но прям чуть-чуть. И... Не надо ничего, просто газу поддал, и он поехал. И нормально вообще. Я вот уже сколько часов без остановки работает движок, вот, кроме вот этого спуска. И все нормально, как бы техника, в принципе, надежная. Китайская даже. Но этот скутер старый. Он с какого года? 2012, что ли? По-моему, что-то такое. Что-то такое, я не помню, пацаны, какого года. Там табличка посмотреть надо под сидушкой. Или 8-й, или 12-й. В принципе, нормально, кайфово так ехать. Но жесткий, прям жесткий-жесткий. Очень жесткий мопед. О, пирожками запахло. Кто-то готовит пирожки, у кого-то сегодня праздник. Вкусный, вкусный, вкусный праздник, скажем так. Вообще, тут как бы, ребят, своя атмосфера в этой деревне. Тут постоянно тишина. Вообще машин практически нету. Дороги так себе пойдет. Ну, пойдет, что для такой деревни. Вот, она находится очень далеко от основного города. Вот, и жителей здесь не особо много. Спокойная такая деревня, бля. Мне вот нравится. В принципе, нормальная. Почему бы и нет? Только скажите, что, чем тут заниматься? Вот. И даже если здесь жить, в этой деревне, то куда вообще кататься? Понятно, можно дома сидеть, дома там дом строить и так далее и тому подобное, что-то делать. Вот. Так как я люблю кататься, что-то смотреть. Нифига себе, а тут какой вид, пацаны, отсюда. Вообще кайф. Надо сториз запилить. Блин. Да, видюха пишет. Так, ладно, пацаны, маленько снял сториз. Поехали дальше. И вот она начинается, суровая, суровая дорога. И здесь очень сильный ветер. Я не пойму, здесь постоянно такой ветер или нет. Когда я в тот раз здесь был, здесь тоже был такой сильный ветер, ураганный. Почему мне стоит ехать по щебенке или мне стоит ехать вот здесь вот? Здесь, наверное, получше будет ехать. По щебенке не хочу ехать. Если вроде высохло все. Что-то я не понял прикола. Эта дорога уходит на объездную. Мне так чую. Мне так и придется, что ли, ехать по щебенке. Ой, как не хочу я тут ехать, а. Как тут, блин, вообще жестко, жестко все. Ой, блин, жестко, конечно, ехать. Это максимум 40 километров. Вообще трэш, ребята, вы бы знали, как меня сейчас трясет. Это что-то с чем-то. Да, эта дорожка уходит вправо. Или же все-таки есть вдоль поля. Я смогу проехать вдоль поля? Наверное, я смогу. А то вообще трэш.
Че, прикольно, кстати, вдоль поля ехать. Классно, ребята, классное ощущение. Вот. Погодка супер. Погодка радует, кстати, пацаны. То, что нет дождя. Хотя кто его знает. Хотя он сегодня тут был здесь. Смотрите, какие лужи. Лишь бы не упасть, не навернуться. Так. Ну, нормальненько, нормальненько. В принципе, ничего страшного. Это что, тут растет подсолнух, что ли? По-моему, да. Кстати, вот здесь, наверное, подсолнух хороший. Ну, не по крайней мере здесь, вот в середине поля, вот, а вообще вот с той стороны классный, где машины не ездят. Что-то мне солнечный луч. Если солнце светит в глаз, не попадись мне. Продолжайте дальше сами. И здесь тоже щебеночка начинается. Там машина едет. Она навстречу едет или тоже туда едет? Ой, офигеть! Вот это я уехал, пацаны, да? На мопеде. Нормальное такое расстояние бахнул. Уже нормальное расстояние бахнул. Так, сейчас мы ему уступим, короче. Вот, мы ему уступили. Блин, как я засиделся, реально, просто жесть. Пацаны, трусы почти высохли, кстати. Да потому что сиденье, оно, блин, такое. Пылище, конечно, оставили после себя. Но, ребят, я могу вам сказать одно. То, что вот даже вот эта вот пыль, которая попадает, как бы, ну... Вот этот вот запах пыли, он тоже, блин, тоже вот это вот все напоминание детства, когда ты катаешься, блин, по лесам, по полям, на мопеде. Это вот это вот классное чувство. Когда ты вот именно вот ты вот не на машине, а вот именно вот ты вот на двух колесах. Неважно, что у тебя, Альфа или скутер, или даже велик. Вот. Ничего себе здесь, да здесь я не проеду. Хотя, может, проеду. Проеду, наверное. Я же на мопеде. Я же не буду заезжать прям в лужу. Вот сейчас вот здесь вот справа. И проедем. Блин! Мой левый кроссовок наступил в грязь, и я чуть ли не подскользнулся. И не перевалился. Офигеть, вот тут грязище, а. Офигеть, он буксует, блин. Охереть. Откуда столько воды-то именно в этом месте? Ну да, дождина была, конечно. Блин, прикольно. Прикольно, пацаны. Так далеко отправиться, блин, на таком маленьком мопедке. Это вообще... Это надо быть маленько, ну, маленько надо быть, короче, как бы, ну, маленько ненормальным, что ли, скажем так. Если по меркам других людей, по меркам большинства других людей, надо быть маленько ненормальным. Вот, потому что все сидят, как бы, любят посидеть дома, да, вот, на диване полежать. А мне что-то вот хочется кататься куда-нибудь, блин. Вот, что-то увидеть новое, вот, получить какие-то ощущения, эмоции, и, во-вторых, снять для вас бложек, снять видео, вот, видео, как бы, памяти, да,
То, что вот я был там-то, там-то, вот, это было столько-то лет назад, я был там-то, там-то. Блин, это же интересно, ребята. Так, а что там у нас? А что за знак-то висел? Охранная зона, газопровод. А, понятно.